Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал темпы и качество возведения современного приемного отделения 25-й больницы. Также в ходе выездного совещания глава региона познакомился с работой санитарной авиации. Именно сюда, на вертолете, сегодня был доставлен полицейский, раненый при задержании особо опасных преступников в Камышине. Воздушная скорая помощь оснащена модулем с реанимационным оборудованием. В нем есть мобильные носилки, мониторы, дыхательная аппаратура, дефибриллятор и другая медтехника, позволяющая в полном объеме оказывать экстренную помощь. По словам медиков, время доставки пациента до областных медучреждений из районов области сократилось 2-3 раза. Если раньше реанимобиль добирался, например, до Михайловки за 3 часа, то теперь полет занимает всего 50 минут. Клиническая больница скорой помощи номер 25 может гордиться не только наличием современного специализированного транспорта, но и тем, что совсем скоро она станет самым большим медицинским центром, оборудованным по последнему слову техники. Сейчас здесь ведется строительство приемно-диагностического отделения, где, по словам главного врача Татьяны Ляховой, будет применяться иной подход к лечению. Современное оборудование позволит медикам в кратчайшие сроки ставить диагнозы и направлять пациентов сразу в нужное отделение для последующего лечения.